В этот торжественный день медработники Владивостокской детской поликлиники номер 3 сменили белые халаты на красивые платья и костюмы. Повод важный. Одно из крупнейших медицинских учреждений для детей, оказывающее помощь юным горожанам из самых крупных районов города Первореченского и Советского, отмечает свое 40-летие. У нас и существует интересная история, можно сказать, героическая. Наше учреждение организовывалось вообще с 1961 года. Это был северо-западный район, который потом разделился на Первореченский и Советский. Это была поликлиника взрослая. И наша поликлиника была все время в составе взрослых поликлиник. И уже только 13 июля 1983 года было подписано распоряжение о том, чтобы организовалась отдельно созданная поликлиника. В честь юбилея торжественное собрание и праздничный концерт, подготовленный силами молодежного центра Тихоокеанского медицинского университета. Главный врач адресует самые теплые и искренние слова благодарности своему коллективу и принимает поздравления от правительства Приморского края. Анастасия Геннадьевна Хунченко, заместитель председателя правительства Приморского края, министр здравоохранения, с приветственным словом. Желаю коллективу поликлиники и дальше совершенствовать мастерство, внедрять новые технологии в работу. Благодарю вас за труд, отзывчивость и милосердие. Сегодня получить современную качественную помощь на базе детской поликлиники номер 3 могут почти 33 тысячи юных приморцев. Уровень оснащения соответствует современным международным стандартам. А некоторые виды диагностики и лечения, например, ретинопатии недоношенных, можно получить только здесь. Поликлиника оснащена уникальной камерой. Респект. Поликлиника вот такая. Все нравится, все есть. Зашел в поликлинику, можно все. Пройти специалистов, сдать анализы, сделать рентген, тут же его получить, проконсультироваться и выйти с результатом. Кровь может быть готова за 15-10 минут. Нам 4 месяца, поэтому уходим недавно, но нам все понравилось. Мы в первый раз здесь были на месяц на плановом осмотре, то есть нас полностью комплексно осматривали. Нам все понравилось, ребенок не боялся, всем поулыбалось, все хорошо, нам все рассказали, все помогли, все подсказали. Праздничную атмосферу продолжила церемония награждения лучших сотрудников. Им были вручены федеральные ведомственные, краевые, а также городские награды, почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. Особые слова признательности и поздравлений прозвучали в этот день в адрес ветеранов детской поликлиники номер 3. Всем им вручены памятные подарки. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.